Всем приветики. Хотел бы вам показать своего маленького попушоныша. Он такой вот миленький, мягенький. Весь на ощупь такой пушистенький. Сделан из резины. И как бы у него такие вот пупырышки, тоже резиновые, которые, ну, как бы, когда их трогаешь, они все так вот мнутся. И на ощупь он очень мягкий и такой приятненький. Хотя, если его помыть под водой, то он становится липкий. Его нужно посыпать какой-нибудь, типа, крахмалом, например. И тогда он станет опять таким приятненьким на ощупь. И еще, если ему дать по голове, то он начинает светиться, потому что там внутри шарик, видимо, внутри которого стоит батарейка и лампочка. И от движение, она включается, лампочка. Ну, то есть, получается, там типа такой датчик. Я так понимаю, ворсинка, которая, когда толкаешься, прикасается с платой, и она включается на какое-то время. Такой вот маленький попушоныш. Продавался он в детском отделе. По идее, его так вот на коляску вешают. И как бы, когда коляска едет, он трясется, и от тряски, по идее, включается. Вот. Так что такая вот игрушечка. Но мне понравилась. Я когда его увидел, ну, я просто шел с мамой по магазину, смотрел, как обычно, так вот влево, ну, так вот влево, вправо, шел так, смотрел. Вдруг поворачиваю голову и вижу, ну, с этой стороны были какие-то там, типа, для ванной какие-то принадлежности, а справа уже детские игрушки. Я такой поворачиваю, смотрю, а там что-то такое миленькое, пушистенькое. Я взял его в руку, и, блин, как же мне он понравился. Я его захотел купить. У него такие ушки, все, ну, он такой мягенький, красивенький. Вот. Там еще этикетка была, я хотел ее тоже показать, но мама ее выкинула. Она просто на полу валялась, она подумала, это мусор. Вот, мне он понравился, я его купил. И думал, что как бы подарю его своей девушке. Вот, но потом мы с ней расстались, и в итоге он остался мне. Но изначально мне он просто понравился на ощупь, а потом у меня такая мысль возникла, что я подарю ей. Вот. Так что такой-то попушончик у меня есть. И теперь, получается, он у меня стоит на столе рядом со мной. У меня на столе машинка, и он. И когда ко мне мама приходит, получается, у меня вот компьютер стоит в комнате, и здесь дверь. Ну, здесь стена, здесь дверь. Здесь сижу я за компьютером, а здесь входная дверь. И вот когда мама приходит, я его беру со стола, включаю и высовываю так вот из-за стены. И она всегда радуется, что я типа попушоныша встречает. То есть, получается, она меня не видит, зато видит попушоныша, который я высовываю. И это, ну, как бы миленько выглядит, она всегда приходит, так ему по носу дает, типа, за то, что он, ну, типа, так гладит его. Так что такой вот милый попушончик у меня есть. Да, это я, привет, это я, да, привет. Ладно, все тогда. Пока, пока. Вот такой вот попушончик говорит вам пока. Все, а на этом все, всем. Покидывал.